Мы опровергаем слухи о том, что черных человечков, проукраинских боевиков на Харьковщине не существует. Мы существуем. Более того, мы активно действуем. С сегодняшнего дня на Харьковщине начали пропадать сепаратистские активисты. И они будут пропадать. Скоро они пропадут вообще. На каждого зеленого человечка найдется целое подразделение черных человечков. Слава нации! Слава!